Высокий профессионализм, достойные зарплаты. Сотрудники сферы IT делают нашу жизнь удобной. Их разработки пригождаются ежедневно. Специалисты отметили профессиональный праздник и рассказали о планах на будущее. Так, геополитическая обстановка стала катализатором бурной деятельности. Сейчас айтишники создают платформы и программы. Они должны не уступать по качеству западным флагманам. В целом наша компания профилируется на том, что мы помогаем бизнесу, крупному бизнесу российскому, автоматизировать системы, бизнес-процессы на базе российского ПО. И в целом одна из задач вообще на ближайшие наши годы – это для таких клиентов, как «Северсталь», «Триколор», «Евраз», помогать им импортозамещать продукты, которые у них есть сейчас. В Ульяновском политехническом университете губернатор встретился с лучшими специалистами отрасли. Алексей Русских наградил разработчиков, программистов и дизайнеров. Благодаря бурному росту ульяновского IT-сектора область относится к числу субъектов Российской Федерации с развитой сферой информационно-коммуникационных технологий. Это подтверждает тот факт, что ульяновские IT-компании из года в год занимают топовые позиции в различных рейтингах. Со своей стороны, мы стараемся даже сегодня, в наше непростое время, сохранить все лучшие условия для развития IT-бизнеса и поддержки специалистов отрасли. Профессиональный праздник молодой, хотя УГТУ давно признан кузницей не только инженерных кадров, но и сильнейших программистов. Именно благодаря политеху Ульяновск неофициально называют IT-столицей России. Губернатор отметил, что многие годы Ульяновская область идет по пути освоения и развития новейших технологий. Регион уверенно входит в число лидеров. Для более эффективной работы с компаниями Алексей Русских принял решение о создании должности советника губернатора по IT-технологиям. На это место назначена ректор УГТУ Надежда Ярушкина. Виктория Черкова, Геннадий Бухтаяров, Ул Правда ТВ.